Ехали мимо, остановились в этой церквушке на обочине стоящей. Мне показалась она интересной. Вот. Странно, что никого нет вокруг. Ну, попробую зайти. Что здесь написано? Воскресенье в 9 утра. И воскресная школа в 10:15. Пастор Монтгомери. В цветочках вся. Интересная церквушка. Вообще-то не характерно для лютеранских церквей вот такое вот убранство. Из дерева. Полностью она сделана. Попробую зайти вовнутрь. Да, лютеранская. О, книга гостей. Книга гостей. Полностью деревянное здание, деревянные лавки, молитвенники. Да, вот мне это все кажется немножко необычно, что двери открыты, что двери открыты, нет никого. Половицы скрипят. Ох, какой большой стул. Прямо, можно сказать, деревянное кресло. И вот такое вот убранство. Довольно-таки скромное. Но характерно для лютеранских церквей. Так вот она выглядит. Никаких изображений Иисуса. Никаких икон. Никаких скульптур. Интересно. Сколько лет этой церкви? О, ну сюда мне неудобно заходить. Но наряды вижу священников. Видимо, их мантии, в которых они здесь служат. А там вот вино для воскресных месс, когда получают благословение от пастора. Так, ну что, дверь я закрою, не буду я уж вовнутрь заходить, как бы неудобно хозяйничать. Интересное здание. А что здесь? О, у них здесь орган. Да, видимо. Вот он накрыт.
что ж, пожалуй, на выход пора. Вот у них здесь усилители. Видимо, когда праздничное богослужение, службы идут, включают музыку. 9 июня у них будет здесь салат, ланч. Домашнего приготовления напитки и закуски. Ну что ж, интересно было побывать здесь. Тем не менее, пора покидать это помещение. Нортвудс. Вот она, церквушка, это на фотографии. О, церковь. Вот, смотрите-ка, что. Церковь отмечала 70-летнюю годовщину. 70 лет этой церкви. Вот это да. Как интересно. Анонимные алкоголики. Вот, кто хочет помощь, может позвонить по этому телефону. У кого проблемы с алкоголем. Ну что ж, интересно было побывать здесь. А ну-ка, я оставлю тоже свою запись. Так, май 31-го. А куда пожертвования складывать? Что-то я не вижу шкатулки здесь. Надо же, сегодня не только мы здесь побывали. Вот еще перед нами были товарищи. Ну, просто открыта дверь для всех, кто хочет зайти. Дверь открыта. Ну что ж. Вот я такую штучку себе возьму на память. Вот такие окрестности вокруг. Закрываем двери. И покидаем. Сана циркушидов. А вот это специально для инвалидов. Колясочник. Здесь вот так штучка. Ички. Не забудать. Раз. О, какие незабудки здесь. Пах. Ой, пахнут как. Пах. Сирень так цвела. А уже прежней руки. Остатки поднялись. Роскошь. Что ж, интересно было остановиться, пить. Интересно было остановиться на это, смотри, кушу. Эту церковь.